Добро пожаловать в будущее, братишка. Пока кто-то блокирует Телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает 1.5% в день до 55% в месяц. Открывайте позицию. Сидит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Возможно повернуть. Раб мой. Блять, сейчас пизданется. Блять, хоть раскачал меня. Блять, остановиться не было, что слышишь, блять, дурик. Всем привет. Да ёб твою мать, бычий гамак. Все как жизнь населения. А мы тут вот отдыхаем немножко. Связь, наверное, говно, да? Солнышко светит, птички поют. Меня все заебало. Я съебался на юг. Рыжий, привет. Рыжий, ап. А мы, короче... Ланческий, привет. А мы, короче, уехали на природу. Сингл будет в сентябре или в октябре. Наверное, в сентябре первый запустил. Барян, тебе привет. От Тарасова. Жена в Оренбурге. От Тарасова, тебе тоже привет. От Тарасова. Баряну. Вон он там где-то в кустах ковыряется, что-то ищет. Заклад ищет. Дождик ебашит. У нас нет дождя. Баклажан, привет. Альбом будет в октябре. А сингл будет, наверное, в сентябре. Сейчас доделаем выпуск, и выйдет новый выпуск. Но мы к осени готовимся. Летом все на отдыхе. Зачем людей грузить всякой хуйней? Тюлень! А где тюлень? А где тюлень? С нами, с нами. Но до этого автобус, который был у нас, тема сингла? Хорошая песня. Сейчас у нас 2017-го. Ну, где там? Новый братан. Прям люди видят вы. Луганск, может, заеду. Называется Айкос. Электронная сигарета. Мы же не будем бросать здесь мусор. Мы все за собой убираем. Кстати, хочу сказать, блядь, вы когда на отдых, люди, ездите, убираете за собой? Потому что ощущение иногда бывает, что, блядь, свиньи одни вокруг. Просто приезжаешь, а здесь жесть вообще. Срач, мусор, блядь. Бумажки, какие-то мешки с какой-то хуйней, блядь. А тут не везде убираются. Вот на Оке, например, не убираются. Борис, иди сюда. Иди с Тарасом поздоровайся хотя бы. У меня все хорошо. Вот. Треки будут осенью. Альбом будет осенью. Конечно, убирал. Как всегда, я очень чистоплотный парень. Я не люблю, когда мусор разбрасывают. Ощущение после батла. Да мне не до батла было, блядь. У меня других проблем хватало. Блядь, я не знаю пока еще, когда в Крым поеду. Солом. Что за пиздец, вы что не скурили?
Айка, крутая штука. Да, неплохая. 3 кита 2 не выйдет, альбом будет, пару синглов прощальных проектов. На ЦАО? Зачем тебе на ЦАО? Не за что, ЦАО работает для вас. Вот меня часто спрашивают, блядь, Давид, какие у вас новые артисты, у вас нет никого. Да есть у нас артисты, мы сейчас только, сейчас они пишут альбомы, начнут разъебывать, блядь. Просто мы не хотим палить эту хуйню, потому что мы не видим смысла в этом. Пусть пока там все кусаются, мы там за все, мы своей движухой занимаемся. Германия на связь. Салам, Караганде. Тюлин в лесу гуляет. Видите, вон там река за кустами. Цау рулит. Мефедрон, фу, блядь. Вообще, блядь, ещёбский кайф. Мне пойдет только моя девушка, которую я люблю. А именно Ланочка. Тюлени покажи, тюлени покажи, тюлени покажи. Он же общается с высоты. Я не привет. Передаю. Сейчас я вам покажу тюленя. Поздравляю тебя, Рева. Тюлени показать. Вот, тюлень спит. Тюлень. Тюлень. Эй. Серьезная собака. Все в какой-то фигне. Серьезная собака. Нахуй. Борис, такая маленькая палочка для большого такого Бориса. Я не дам прям вдвоем. Сейчас дай отдохнуть, только поели, блин. Нет, на жаре, блядь, отдыхать нельзя после того, как ты поел. Это вредно для желудка. Я за своим здоровьем слежу. Полежи. Тебе самому смешно, да? Что, придумал? Ну, все, полезно для желудка, сейчас. Чувак, мой пресс, в моем кармане. Братан, его даже сквозь кармана не видно. Да, артистов новых собираем. Но у нас пока есть двое. Мы сейчас будем ими заниматься. Даже с какой двое? Четверо получается. Почему типа? Мы сегодня вон и этот как его. И уху сварили. И все как надо. Родова моя подруга. Любимый, привет. Че пять? 5 раз. Здравствуйте, здравствуйте, товарищи. Товарищи. Рыба в желудке уже. У меня внебрачного сына нет, ты меня перепутал с Лешей. Чика 2, возможно. Но немножко в другом формате. Я на оке. Не на все. Ладно, я приеду, хоть покурим, чтобы стоять поугарать. Если малой. Малому, блядь, 40 лет скоро. Пару киловатт и заебись. У меня не закончено высшее. Да, парни, барахтаться? Ну, сейчас покурим и покрасим. Кого покрасим? Глазки. Глазки. У нас конкурс, у кого самые длинные ресницы, то мы покрасим. Да, мы решили реснички, короче, покрасить. Самые длинные ресницы. Пацаны, вон ресницы красить собираются. Сейчас твои будем класть. Да, хуй там плавал, блядь. Массово соберемся. Не подходите ко мне, я вас нахуй тюлень натравлю на вас. Тюленем? Ты посмотри, она просто... Тюлень. Да, туша рекламе, кто сегодня проплатила 300 тысяч. Ты готов? За 300 тысяч ты можешь сам пойти что-нибудь поделать. Долларов, братан. Долларов? Я сейчас вернусь. Обозначить, братан, тенге! Любимая, мне кроме тебя ни с кем не надо никаких пар делать.
У меня самый лучший пара. Да, Рева, я увидел, поздравляю тебя. Добро пожаловать к нам в команду. С Ревой общаешься, братан? Странно. А с Тимуром Батрудиновым? Нет. Бля, тут у меня прямой эфир, слышь? В прямом эфире. Лёха и Саня. Твою мать. Да не косячит, братан. А что вы делаете, товарищи? Вы где вообще все? В городе сидите, наверное. Дела у вас, работа. Работаете, въебываете ради того, чтобы потом отдохнуть. Охуенная идея. А летом можно и так отдыхать. Рита, будут еще разные выпуски. Я не знаю, ждем, когда Басот что-нибудь выпустит, он у нас старичок такой. Монтаж, работа. Блядь, тут такой пиздец происходит. Привет, привет всем. Да, буду брать реванш, конечно, полюбас. Бля, мы уже пойдем, нет сегодня, Кань. Ебать, очнулся. Все будет кока-кола, вливайся. Пойдем. Дебил, это ты сам, блядь. Бля, ну хорош, Димон, ну ты чё? Бля, если эта хуйня ебанется, я разобьюсь. Да не, дави. Просто так не ебанется. Я отдыхаю. Стараюсь меньше работать. О, теплоход, нихуя себе. Армавиру, привет. Не въебывайся там на меня. Ух ты! Теплоход. Соне тоже привет. Почему я игнорирую про НПМ? Я про НПМ не игнорирую. Борис, что с проектом НПМ? Борис? Что с проектом НПМ, Лёх? Скоро все будет. Да? Да, по-любому. 100%. Точно? Да. Борис сказал, все будет. Спасибо за ответ. Ташкенту привет, всем привет. Ту-пу-пу, what the fuck. Машину. Че машину? Хабари, привет, братушка. Старых тайн 2 не будет. Будет фрибейс. Альбом называться переименовал, был за упокой, теперь будет фрибейс. Где гамак замутил? В магазине. В этом, в Декатлоне. На Байкале, конечно, был. Нет, зачем, мы не будем продавать машину, мы другую возьмем, а эту я оставлю. Нам надо еще дом строить. Не буду же в машине вещи, что-то нам будет вдруг привезти срочно. Нет, не интересен мне такой батл, он ни о чем. Немножко другой. Это как это называется? Другая лига, короче. Я не знаю, кто там мутит. Ёб твою мать. Примерно в 2 часа до Москвы. Не спрашивайте меня, пожалуйста, кто что мутит. Не говорите мне об этом. Я не считаю, что в чужие отношения лезть нельзя. Мутят люди, не мутят. Зачем слухи всякие разводить? Пусть люди сами, наверное, знают, что они делают. Ну посмотрим, чем это закончится. Про Game Over, то, что написал. Долгая игра. Уху делали, конечно, только поели. На природе кайф, жара, пиздец. Там песочный пляж, река, блядь. Пацаны, гитара, костер, собака, блядь, палатки. Кайф. Это, конечно, другой кайф, нежели... Прыщ на носу где? О! Прыщ на носу в натуре. Какой кошмар. Может быть. Да, снялся. Вот, смотрите, стоят. Это девочки готовятся, блядь, к плаванию. Девочки, как плавание? Девочек нету. Как нету?
Да, ты уже бредишь, девочек видишь? А вы кто? Нормально тебе, да? А братан там что, одичал, нет? Ты что, всего лишь юг увидел, братан, говорят, да? Сухой. Кто сказал, не понравился? Мне очень понравился, наоборот. Прям очень-очень. Еще лениво выхватил здесь. С Ромой общаемся. Ну, конечно, общаемся. Мы с Ромой дружим, общаемся, ругаемся, потом меримся. С 96-го года мы знаем друг друга. Блять, у меня на носу был прыщ. Такие. Да, курить будешь? Да. Я не курю. А что курить собираетесь? Наркотическую травку. Вот смотри, вот тут... А ты привез, да? Слышь, тут сено валяется, короче, на полу. Вот будешь? А ты привез? Что? Наркотики. Только то, что ты мне оставил на закладках. Вашу маму тут и там показывают. Где моя капельница с героином, блядь? Я что-то трезвый сегодня, люди не понимают, почему я трезвый. Вон люди пишут, уберите. Потому что... Всем привет. Потому что надо курнуть. Не помнишь, куда я шорты покупал? Сати. Сати правит миром. Давид, ты чего не здороваешься? С кем? Я тебе пишу, привет, привет. А что с тобой здороваться? Ты съел свою кашу? А? Димон, ты свою лапшу съел? Нет, нет, вон стоит. А ты сфотографируй ее, братан. Да, сейчас везде интернет ловит, мне кажется. Это же Билайн, блядь. Топор? Где тут топор нашел? А, он не под гамаком. Он далеко от гамака. Спасибо, братан. Заезжай, кстати, на студию ко мне, Давид. Прощайте. Не-не, парни, я с техниками не общаюсь. Артур, а ты? 300. 300. Давай, Давид, ответ не отбой. Билайн не говно, МТС говно, блядь, ловит нигде, блядь. На пару с мегафоном. Говна провайдеры, блядь, или кто они там. С пацанами с ЦАО? Да никак, с ЦАОшниками нормально со всеми. Так у меня врагов много и друзей много, как нормально. На реке. О, Санчес, привет. Шалом, мой друг. Лати, привет. Никак с ним. Бро-бро. Жду тебя. Блядь, слышь, пробор. Не этот, не ругайся тут матом. Женька, привет. Чего искать долина? Да там беспонт растет, что-то я их... Басот молодец, мне нравится. Он маленький, худенький, ну, духовитый парень. Скриптонит, да, к нему хорошо отношусь. Очень талантливый парень, очень талантливый артист, музыкант. Спасибо, Жак, я же не бухаю. Я что-то решил завязать и завязал неделю-две назад. Сейчас тебя включу, блядь. Привет. Оно не прошло, оно только началось. Здорово, нигер. Здорово. Здорово, здорово. Че ты там? Плющишь? Кайфую. Кайфую лежу. Кайфую. Вот я кайфую. Монако, монако, кайфую. Ты Монако. Ты кто Монако пустит? Таких, как ты, Монако не пускают. Ты кто Монако?
МТС, МТС говно. Ну, потому что МТС. МТС говно. МТС говно. Слышь, а ты там на рыбалке хоть поймал хоть? Хоть солитёра какого-нибудь там вот скажи мне. Нет, мы вчера змея запускали. Змея воздушного? Да. Сука, Резо нам посоветовал поздравить. Слышишь? Ебать, тебя лысина красная. А ты, кстати, поздравил Барбоса со свадьбой? Барбос все женился? Да. Барбос, с днем рождения. Зондер. Бля. Короче, Зондер, тут, блядь, связь какая-то, тебя странная, мне не могу сказать. Ну ладно, ладно, все, вырубаюсь, давайте там базарить с фанатами, блядь, со всеми. Все, ладно, пишет, я не понял. Мне не видно тебя, любимая. Я просто занят был, разговаривал. Что там в скрипте? Что там, Мариса? Разъебатель, блядь, лысый. Вот. Короче. Все, пойдемте купаться. Я не знаю, я не делаю, не режу сэмплы сам. Мари делает, я не делаю музыку, я только текста пишу и читаю. Я тебе скидывал, Жень, номер же новый. Я тебе сейчас скину еще раз. Все, за кого болеете, товарищи? А, ладно, потом поговорим на тему. Я ухожу. Всем хорошего. Хорошего, так сказать, дня. Тем, кто на Дальнем Востоке, хорошего вечера, иначе надо. Гараев. Я тебя ассоциирую с пандочкой. Сука. Я бы просто писал бы, сколько ты для себя ответишь, почему нормальный вопрос понадобится. С Вадиком, не знаю, навряд ли. Ну, может быть, когда-нибудь. Мы с ним решим это сделать, но это маловероятно. Вот, всем пока.